Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в студии программы «Сквозь судьбы» лауреат театральных фестивалей и конкурсов, номинант национальной премии «Золотая маска» 2017 года, постановщик камерной сцены театра Новосильевском из Санкт-Петербурга Денис Хусниаров. Здравствуйте! Добрый день! Я еще не сказала, что и автор нового проекта с Русским драматическим театром Удмуртии. Да, так свежего. И есть. Но были и до этого проекты с театром столицы Удмуртии, так ведь? Да, в 2018 году мы здесь делали «Гамлета». Денис, немножко вот два слова о себе, откуда вы родом, и театральное искусство, что это, вопреки или благодаря, я не знаю, может быть, у вас какая-то династия, что вы решили заняться этим делом безнадежным? Точно. Да все просто. Ну, у меня нет никого, кто бы был таким пособником, чтобы я оказался в театре. Наоборот, у меня семья достаточно далека от этой отрасли. Это что-то изнутри меня вдруг сгенерировалось как-то. Я решил в 20 лет, что я пойду актером стану. Пошел поступать. Угу. Естественно, нигде не поступил, но мне предложили перевести документы на режиссуру. Вы учились вот в Санкт-Петербурге? Нет, это было еще в Перми. Родом из Перми. Из Перми? Да. Ну, там, по-моему, в Институте культуры. Ну, там я сначала учился в колледже театральном, а потом я перевелся на курс к Виктору Афанасьевичу Ильеву, легендарному пермскому педагогу. Ну, его и во всей стране знают. И у него отучился еще 2 года. Но и у него не задержался. Решил попробовать силы где-то в столице. Петербург или Москва. И вот поехал в Петербург. Поступил к Семену Яковлевичу Спиваку. Отучился 5 лет, и вот с 2009 года, собственно, я в профессии. Так что все это время пронеслось как комета, и я не успевал рефлексировать, почему я здесь оказался, что способствовало. Я просто там оказался и пытался взять как можно больше. Ну и отдавать тоже, потому что вас называют очень плодовитым для своего поколения, достаточно молоды. Я считала, по-моему, даже уже больше 30 спектаклей за это время, там, после окончания вуза едва-едва, там, лет 12-13, по-моему, прошло. Ну вот этот спектакль «Голый король», о котором мы сегодня будем говорить. Который в Русском театре Удмуртии готовится. 57-й по счету. Я ошиблась, у меня плохо с математикой, извините. Ну, ничего страшного. 57-й даже. Да. Ничего себе, действительно. Я сам удивляюсь. Театры по всей стране, и как это было в конкретном случае с Русским драматическим, они предлагают какую-то идею? Мне нужно приехать в театр, увидеть его, посмотреть несколько спектаклей, походить по городу, посидеть в зале, и у меня рождается название. Я вижу артистов, кто что может, где кто сильный там и так далее. И название само приходит. У меня нет портфеля режиссерского, что вот я хочу поставить. В данном случае мы долго не могли найти, и Стелла Санна прислала мне листок, на котором было написано около 20 названий. А там все вот прям верхушка мировой классики. Драматургия, проза, там все. Ну, я увидел там «Гамлет». Я подумал, ну, что тут выбирать? Надо делать «Гамлета». Если уж театр на это готов, то, ну, это был такой вызов. Конечно, я не был готов к «Гамлету». Да никто не готов к «Гамлету». Не играть его и не ставить его. Но раз театр предложил, я подумал, да давайте попробуем. И вот потом я приехал и начали выбираться из этого... Авантюры. Вот, из этой авантюры. Ну, да, играют ведь до сих пор, значит. Играют до сих пор, все как-то сложилось. Да, все как-то сложилось. Мне нравится, как они работают. Театр любит этот спектакль. Зритель на него ходит, так что... Я думаю, все получилось. В данном случае была такая история. Я понимал, что Шварц, и театр тоже хотел Шварца. Ага. Изначально я предложил «Дракона». Да. «Дракон», мы с ним пожили где-то полгода. Потом поняли, что, наверное, сейчас не стоит. Все мы понимаем, почему. Вот. И Стелла Санна предложила, а давайте «Голову короля» сделаем. Я подумал, что почему нет? Драматургия у Шварца, что не пьеса, то прекрасная. Вот. И стали делать «Голову короля». Все очень просто. Что-то вам приходится осовременивать, сокращать, добавлять, убавлять? Шварц, в принципе, очень социально звонкий драматург, который говорит обо всем прямо. У него
как бы под соусом сказок, на самом деле очень простые, честные вещи написаны. Поэтому я вот думал, интересно, а вот 2 года назад, ставя «Голого короля», я бы менял что-то или нет? Мне кажется, нет, потому что там невозможно ничего поменять. У Шварца так написано все, что ни слово, что ни фраза, что ни сцена выбросить невозможно. Иначе рушится весь строй пьесы. Поэтому мы практически ничего не меняем, мы только убираем длинноты. Угу. Вот если мы чувствуем, что ритм уже, ну и какие-то сцены, какие-то тексты не особо влияют на смысл и на движение истории, тогда мы убираем. Потому что Шварц — это же сказочная драматургия, мне кажется, все стараются как-то угу. его еще больше украсить. Но у нас решение такое, что все действия происходят действительно в современном мире. Это такой мир фэшн. Мир mm-hmm. показов, мир моды, потому что речь идет о короле, у которого там костюмы по счету там, шестизначные mm-hmm. цифры. Да, сегодня дайте мне костюм номер 3849 и так далее. Следовательно, это мир моды. Ну и мы не прошли мимо этого. Мы стараемся сделать это такой модный, немножко гламурный сегодняшний день. Ага. Действие происходит в торговом центре, где множество разных бутиков, модных одежд, цветов, фасонов и так далее. Но это я говорю про первый акт. Ну, мы все, да, раскрывать не будем. Да. Команду свою, пожалуйста, озвучьте, потому что команда. Какая работа, да? Как сейчас все зависит от визуальных эффектов, то есть от сценографа. И вот... Да, это в этой работе особенно Екатерина Никитина, наш художник, сценограф и художник по костюмам. Угу. Петербургский художник. Замечательный Александр Любашин. Это хореограф, который преподает в Вагановке там и прочих в высоких местах. Он делал с нами и «Гамлета», он делает и «Голого короля». Угу. По-моему, он здесь делал еще «Каренина», угу, тоже угу, в этом же театре. Прекрасный у нас композитор Глеб Калядин, лауреат каких-то супер британских конкурсов. Угу. Он исполнитель, пианист. Прекрасная музыка. То есть совершенно будет авторская, которая да. никогда раньше не звучала «Голому королю» в Ижевске. Вот. Да, нигде не звучала. А поют актеры? Стараются, я бы сказал. То есть прям живьем? Я бы сказал, да, живьем, с микрофонами, стараются петь. И танцуют прекрасные наши Дементова, Слободчакова и Аносова, возрастные, прекрасная такая тяжелая артиллерия труппы русского театра. Вот на такенных каблуках танцуют и прыгают и делают все, что мы захотим. Mm-hmm. Вот. Значит, кого я не назвал? Художник по свету Игорь Фомин прекрасный. Ага. И по-моему все. А музыка, это же надо тогда как-то предусмотреть песни на чьи-то слова. Это вот там все прописано. В пьесе у Шварца написаны все тексты. То есть эти тексты конечно. Просто переложены, мы берем, сделаны зонгами. Значит, Глеб берет тексты, которые написаны в стихотворной форме, и пишет на них новую музыку. Я не вспоминал в памяти специально «Голого короля» ни в экранизации, ни в других постановках, чтобы не сбиваться. Но наша музыка будет другая. Не будем обо всем рассказывать, потому что явно это какая-то вот красивая такая упаковка, в которой должно быть непростое содержание. Ну, во-первых, и Шварц к этому располагает. Конечно. Во-вторых, и сама тема, конечно. Как обманывают. Сами все друг себя. Друга обманывают, да, и сами себя. Мы не хотим делать спектакль на злобу дня. Но как бы этого мы не хотели, он все равно получается на эту тему. Поэтому мы просто ждем зрителя в зрительном зале. Вообще это вот важно, это нужно предусматривать? Или все-таки это какой-то, ну так скажем, такие уже издержки профессиональной деформации? Вот думать, как здесь отреагирует зритель, или как тут засмеется он или нет? Ну это называется самоцензура, конечно, это есть. И в любой работе, где бы, то есть с любым материалом, даже если нет темы на злобу дня, какой-то политической сатиры там, и так далее, все равно ты всегда включаешь своего внутреннего зрителя, потому что ты тоже ходишь в театр, ты смотришь спектакли других режиссеров, какие-то вещи тебя смущают. Это такой внутренний цензор, который
сам тебя останавливает, потому что мы говорим ведь не только о сегодняшней там ситуации в стране, да, и разных мнениях. Мы говорим о внутренней пошлости. Для этого тоже нужна самоцензура. А это место будет не слишком перебор, а вот это, ну и так далее. Поэтому ну, просто ты как-то это чувствуешь, что вот это не надо. Это сказка, но она все равно понятна на всех уровнях. Дети увидят сказку, мое поколение среднее там что-то увидит, еще что поймет, увидит. Да. А люди старшие поймут что-то больше. Вот. Ну, мне так кажется. Во-первых, это красиво. Во-вторых, там танцы, там песни. Это динамично. Это не скучно. Поэтому это зрелище. Я считаю, что пьесы... Автор этот все-таки не сходит, да. Шварца, да, они сейчас очень актуальны. Станут. Это ваше рассуждение, не знаю, о работе, о творческом пути. Вы говорили, что не было времени как-то сильно все анализировать. Но вот существует эта самая судьба, такая предопределенность? Или совершенно нет? Вот как по пословице, все зависит от твоих поступков, характера. Такие пожинаешь плоды, такую сам выстраиваешь судьбу. Ну, я думаю, что так и есть. Ну, мне кажется, все зависит от человека. Вот я не лукавлю, для меня действительно весь этот путь от начала учебы до сегодняшнего дня, это все какая-то такая очень скоростная экспедиция, в которой ты не до конца успеваешь понимать, что хорошо, что правильно, что нет. Не хватает времени, сосредоточенности на рефлексию того, что ты делаешь, того, что произошло, то, что было, то, что будет. И мне это нравится. Я вот люблю не фиксировать себя во времени. Ага, вот это мы сделали, давайте сейчас мы сядем и обмозгуем. Мне как-то так неинтересно. Вот как ты летишь так, знаете, немножко по инерции. И доверять себе, да? Вы доверяете. Это какая-то... Да, люди разные. Кто-то прагматичнее, кто-то интуитивнее. Да, вот вы какой? Мне кажется, я очень интуитивный человек, и мне не нужны вот эти стопы, потому что если я остановлюсь и начну вдумываться, начну разбираться, мне кажется, все поломается какая-то очень правильная инерция, как мне кажется. И я, естественно, там смотрю какие-то подсказки. Вот. В жизни очень много подсказок. Ну вот откройте хоть там какой-то знак вам был, что уже надо второй раз приезжать и работать снова с труппой. Мне нравится Ижевск, мне нравится театр, мне нравится, как здесь работают артисты. Труппа сложная, она как бы такая, ершистая, с ней непросто работать. Вот. Но у меня таких проблем не было. Я не знаю уж, как это... Получается, ну, все полюбовно, все хорошо. Я достаточно жесткий режиссер. Я там не буду никого терпеть, если мне что-то не нравится, я выгоняю, ну и так далее. Вот, потому что театр – это добровольная диктатура, да, как говорил Георгий Александрович Товстоногов. Вот, если нет дисциплины, то ничего не получится. И как-то все вкатились в этот ритм, в этот режим. Артисты получают удовольствие, как мне кажется. Но для них это сложно, потому что задачи сложные, я требовательный, они мучаются, но, мне кажется, артисты должны мучиться. Не в смысле то, что я тиран, а в том смысле, что иначе, если для них все просто, они теряют вот хватку. Мне кажется, артисты должны быть всегда в стрессе. Я не умышленно, я не специально это делаю, но, мне кажется, я им создаю стресс. И таким образом все, как это, ну, включены. Они все готовы. Они все возбуждены. Мне кажется, это правильно. А вы тоже не задумывались над тем, что творчество очень часто предполагает такую расстановку приоритетов, что чем-то приходится вообще жертвовать, откровенно говоря? Ну, конечно, приходится. Но вот я сейчас уехал на... полтора месяца, вот, и я вдали от дома, и это, вот это жертва, ну, мне тяжело, и дому моему тоже тяжело, понимаете, конечно, жертва,
Вот. Ну, это я так уж такой простой пример привел. А вообще, да, часто, часто приходит. Видите, театр, к сожалению, или, может быть, так надо, это все равно место компромиссов. То есть я не всегда могу, например, высказаться так, как я хочу. Имеется в виду в творческом смысле. И так везде. Ну, все не расскажешь, но вот вся работа так строится. И ты из множества этих компромиссов выгребаешь что-то, отдаешь что-то, забираешь. Идешь по тонкому льду, как-то выгребаешь. Но все-таки в том, чтобы работать очередным режиссером, приглашенным на какие-то проекты, наверное, есть какая-то вот конкретная ответственность. Нету таких каких-то больших глобальных решений. Согласен. Но у меня тоже был опыт. Я был главным режиссером театра, хорошего очень театра, как мне кажется. И 6 лет я там пробовал, мы сделали очень много хороших работ. Я понимаю, что это вот такое. Вот с ними номинировались. Да, с Набережно-Челнинским. Да, Набережно-Челнинский театр «Мастеровые». И там и номинации, и каждый год фестиваль театров малых городов, и куча-куча всего, огромное количество призов, премий и наград. Вы как-то поняли, что закончен период, и надо... А там мы как-то, мне кажется, мы выросли друг из друга. Я как-то вот, мне кажется, уже немножко вырос из этого театра, а театр решил пойти в другую эстетику, что я ни в коем случае не осуждаю, это их выбор. Я люблю заниматься настоящим, глубоким, исследовательским, порой невеселым, очень содержательным, иногда мрачным театром. Мне это нравится, потому что я считаю, что зритель должен проводить содержательное время на спектаклях. Он должен думать, а не только смотреть и развлекаться. И думать и чувствовать, да. Но, да, но думать просто, и чувствовать. «Сделайте мне красиво» знаменитой пьесе Маяковского. Правильно, не только поправили. Это, да. Думать и чувствовать. Ну, значит, так тому и быть, значит, так складывается судьба. Я вам желаю, наверное, продолжать в том же духе. Действительно, может быть, некоторым людям и как только сороконожке не надо думать, как ходят все ее 40 это точно. Ножек. Это я, зачем да. это? Да, надо. Если все решено, если человек все понимает, если человек все чувствует. Зачем всем об этом рассказывать? Да, я верю в эту концепцию. Спасибо вам, Денис. Спасибо вам. А вам спасибо за внимание. Всего доброго.